Праздник для самых маленьких. В Ставрополе прошел фестиваль-выставка «Супердети». На центральной площади Парка Победы свои возможности представили центры дополнительного образования, языковые, спортивные, танцевальные школы, частные детские сады, фотостудии, магазины игрушек. Маленькие гости фестиваля приняли участие в различных мастер-классах, получили консультации стоматолога, психолога, логопеда, прошли языковое тестирование, а также весело провели время с аниматорами. Фестиваль-выставку организовала торгово-промышленная палата края. Праздник завершился ярким концертом. На сцене парка выступили воздушные гимнастки, танцовщицы, маленькие балерины и барабанщики.